Итальянский жеребец. Вот такой вот. Так, сейчас аккуратно. Это что-то у меня вошло в привычку, кисть обламывать. Ну вот, трещит. Так, вот посмотрите, какая кисть. Камера всего этого не передаст. Вот это сплошной помидорный водопад. Вот он на ту сторону ушел. Он здесь появляется. Очень урожайный сорт. Такие немножко вытянутые сердца. Скорее всего, название получил из-за того, что похож на лошадиную голову. Вот. Вот чуть-чуть еще повисит. Нужно объяснить и сказать, что у него со вкусом. Но, в принципе, я думаю, заготовки он себя оправдает. Если уж вкус прям не такой сладкий. Хотя мне кажется вкусным все равно помидор, потому что. Так, вот такой итальянский жеребец. Лежит, вяжет, листва чистая. У нас дожди, вторую неделю тропики, жара началась, 30, грозы, снова жара, и даже когда пасмурно, плюс 29. Вот, вот сюда бы еще как-то заглянуть, там еще есть, но боюсь, я их ломаю, водой налились. Тяжелый вот у него ствол согнулся в землю, уперся под тяжестью. Не знаю, видно, нет. Сорт итальянский жеребец. Очень урожайный. Отличные кисти. Конечно, будет созревший, будет лучше видно. Но постараюсь снять созревшую.